Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 13 января. Наши предки по приметам в этот день определяли грядущую погоду. Коль тепло за окном, лето дождливым будет. Дрова березовые горят с треском в печи. Жди крепких морозов. Тетерев забивается в высокие сугробы. Сулит продолжительные холода. А какая же погода ждет нас завтра, 13 января? Сейчас я вам об этом поведаю. В селе Стужень Мантуровского района Курской области хорошая погода. За окном минус 10. Правда, уже послезавтра воздух прогреется до плюсовой температуры. Вот такой вот январь. Чуть прохладнее погода выдалась в поселке Стужонка Суземского района Брянской области. Там температура воздуха опустится до минус 13 градусов. Будьте готовы к небольшому снегопаду и к солнышку. В деревне Холодково Мценского района Орловской области совсем не холодно. Там столбик термометра остановится на отметке минус 6. Такая температура простоит несколько дней, а потом снизится. Жители села Холодовка городского округа Судак Республики Крым наконец-то почувствуют на себе, что такое зима. За окном минус 5. Однако продлится это недолго. И уже послезавтра за окном будет плюс 3. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!